Сегодня 28 апреля 2023 года. Мы все вместе, очень бережно, с невероятной любовью, начнем писать историю семьи Становских, Яна и Татьяны. Мир такой большой, и как любви удается уместить его в одном человеке. Вдруг именно в этих глазах оказывается вся Вселенная. В руках, которые касаются тебя, собирается вся нежность этого мира, а голос, он наполняет сердце счастьем, ведь он звучит для тебя, про тебя, с тобой. Ты никогда не будешь прежним после такой встречи и никогда не узнаешь, как именно исполнились твои мечты. Наверное, просто стоит довериться этому миру, ведь он дарит тебе того самого человека, в котором ты обретаешь самого себя. Ты никогда не поймешь, как любви удается уместить целый мир в одном человеке. Но ты можешь это почувствовать. But this much desire, together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. Дорогой сын, ты моя гордость, сынок и милая моя невестка. Теперь вы семья. От всей души поздравляю вам с днем свадьбы. Пусть этот день и в дальнейшей жизни всегда будет радостным и приятным праздником. Тебе, мой сын, я желаю мужества, решительности, уверенности, стойкости и силы, чтобы всегда оставаться мудрым главой семьи. А тебе, дорогая невестка, желаю воодушевления, нежности, проницательности и смелости, чтобы всегда быть шеей и направлять свою голову, то есть мужа, в нужную сторону. Помните, дети, жизнь одна – и я желаю вам прожить ее красиво, весело и счастливо. Берегите друг друга, цените каждую минуту, проведенную вместе, и воплощайте мечты в реальность. Будьте счастливы, дети. Дорогие мои деточки, я вас поздравляю. Поздравляю с законным браком. Желаю вам счастья, желаю вам любви, чтобы вы ценили, любили друг друга, уважали друг друга. Всего вам доброго. Дорогие наши Ян и Татьяна, теперь вы действительно с сегодняшнего дня вступили во взрослую семейную жизнь. На ваши хрупкие плечи ляжет теперь много тяжестей и забот. Ну, не переживайте, мы будем рядом, поможем. А сейчас желаем просто вам огромного счастья и любви. You got me sugar under your sleeve. Мы все рождаемся, чтобы однажды полюбить. Мы все вырастаем из тех дней, когда перед сном покоряли замки, летали к далеким планетам. Вырастаем из тех дней, когда, завернувшись в теплое одеяло, мы слушали сказки и непременно представляли себя в роли главного героя или героини, когда мечтали на полную катушку, и ничто на свете не могло ограничить
нашу мечту, когда наше воображение дарило столько радости. Мы выросли и стали искать радость без замков, без драконов и без далеких планет. И огромное счастье, что мы находим ее в любви. Мы вырастаем из одних сказок и историй, чтобы написать другие, свои собственные. И сегодня 28 апреля 2023 года. Мы все вместе, очень бережно, с невероятной любовью, начнем писать историю семьи Становских, Яна и Татьяны. Он. Невероятно увлекательная и сильная личность, которую Татьяна открывает снова и снова. Потому что он настолько непредсказуем, настолько силен и настолько открыт, насколько велика наша Вселенная. Это человек, который уникально отображает главные качества идеального мужчины, которого когда-то себе загадала Танюша. Встречайте, наш невероятно харизматичный и уникальный жених Ян! Встречайте погромче! Почувствуй ветер в ее волосах, ее волосы на твоей коже, искры в ее глазах, ее имя, падающее тебе прямо в руки, твоя звезда Татьяна. Встречайте, роскошная и единственно желанная возлюбленная Яна, наша очаровательная невеста Татьяна в сопровождении любимого папы Александра Павловича. Наши аплодисменты. Татьяна и Александр Павлович, мы ждем вас! Друзья, помните, 21 год, ближе к 11 ночи Таня получила первое сообщение в социальной сети от Яна. Недолго думая, сразу ответила и получила второе сообщение, в котором Ян предлагал пообщаться завтра, намекая, что сегодня уже поздно. Татьяна тогда подумала, какой-то странный, я с ним точно общаться не буду. Но Ян все же сумел ее заинтересовать. И общение в социальной сети продолжилось. Примерно месяц ребята писали друг другу письма, задавали вопросы и все больше и больше узнавали друг друга. Татьяна однажды спросила Яна, а какой у тебя рост? Уж очень ей хотелось представить, как они будут смотреться вместе. На первой встрече она слегка растерялась, потому что представляла его выше. И тогда подумала, вот врушка слегка преувеличил свой рост, но очень симпатичный. В тот самый день два огненных знака зодиака, два овна, потянулись друг к другу навстречу. Спустя несколько дней после знакомства с родителями, Ян после работы пришел к Тане домой. Они сидели в комнате и говорили о разном. Вдруг Ян предложил Татьяне стать его девушкой. Мол, я видел, что ты очень хочешь это услышать, хотя я считаю нас парой уже давно. 14 октября 2022 года Ян пригласил Татьяну в Кремль, ведь именно там у ребят случилось первое свидание. В этот день она совершенно этого не ожидала. Вечерняя прогулка, качели, лавочки, и вдруг Ян присел перед ней на одно колено. Стал рассказывать смешные истории, согревая ее руки, а затем заговорил, как сильно ее любит, и вдруг сказал «Будь моей женой» и достал коробочку с кольцом. Татьяна ответила «Да!» Поаплодируйте, друзья! Является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Я прошу ответить тебя, Ян. Танюша, поаплодируйте. Самое время обменяться кольцами. Ведь обручальные кольца издревле являются символом принадлежности любящих людей друг к другу, отмечая отныне их особое положение. Итак, я прямо сейчас хочу попросить
нашего милого ангелочка Елизавету вынести нам колечки. А мы с вами ее должны поддержать. Хочу сказать спасибо вашим родителям, вашим бабушкам, что подарили вас нам, таких замечательных друзей. Перед Богом вы дали клятву, всегда будете вместе. И я в этом уверен. Мы с вами вас поздравляем, чтобы вы держались всегда за друг друга. И купил ты бы себе бы Тиану заряженную, кайфовую, чтобы у вас был дом, четко все было красиво. И как всегда, оставайся таким же жизнерадостным человеком. И ты, Таня, всегда его поддерживай во всем. Я очень зла на Ваню, что он так долго скрывал от меня таких замечательных людей. Очень упорно скрывал, но наконец-то мы познакомились. И я очень рада этому, я хочу поздравить вас. И я хочу сказать вам, чтобы в вашей жизни все было легко. Чтобы все, что вы захотели, сбывалось буквально, пусть за самый короткий промежуток времени. В общем, поздравляю вас. Счастья, здоровья. Ура! Ну что, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, ну а теперь мы всех приглашаем на зажигательную дискотеку. Мы объявляем танцы, хватит сидеть, начинаем танцевать. Поехали! Сейчас перед вами состоится танец, самый трогательный, самый нежный, ласковый, с дорогим и любимым человеком, с нашим дорогим папой. Танец отца и дочери. Девочки три,
Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочке 6. На коленках у папы удобно. Ах, как красив им подаренный кукольный домик. Ну, а щенок будет другом для девочки точно. Папа готов сделать все для красавицы дочки. Девочке 10. И рядом с ней любящий папа. Учит кататься на роликах умницу дочку. Рядом с отцом упадешь, но не сможешь заплакать. Да и на велике с ним погонять можно точно. Тане 17. Окончена средняя школа, и открываются двери престижного вуза. Дочь поступила, будет точно звездой универа. Папа гордится, глядя на дочь, как на чудо. Девочке 20, и Таня права получила. Папа так счастлив, что не передать словами. Он подарил своей Танечке нынче машину. Все для дочурки быть просто не может иначе. Девочке 21. Она встретила Яна. Папе сказала, он лучший. Всем сердцем люблю я. Как же похож на отца мой, любимый мужчина. С ним не страшны мне любые невзгоды и бури. Девочка рядом с любимым стоит в белом платье. Как же прекрасны сегодня жених и невеста. Смотрит Танюша на лучшего, доброго папу. Снова от счастья у дочки сжимается сердце. Помнится девочке самый заботливый папа. Папы любовь научила быть дочку счастливой. В день своей свадьбы отцу улыбается дочка и говорит: «Ты мой ангел, большое спасибо». Девочка счастлива, рядом два главных мужчины. Что в этой жизни, скажите мне, может быть лучше? И повторяет Танюша: «Папуля, большое спасибо за детство мое. Ты у меня самый лучший».